Правильная температура воздуха, достаточный полив и освещение – это главные условия выращивания качественной рассады. Если рассада плохо досвечивается, она вытягивается и теряет свои качества. Если посадки осуществляются в ранний срок, то есть вот в начале марта, в конце февраля, в этом случае естественной освещенности очень немного и нужна досветка вот примерно вот такая, да, то есть обычные люминесцентные лампы, но обратите внимание, их достаточно много. Еще одно важное условие – температура почвы. Измеряем специальным термометром. Температура должна быть не ниже плюс 12 и не выше плюс 35. И если все-таки подоконник холодный, подставлять какую-то, подставочку в виде фанеры или картона. Также важно ограничить поступление холодного воздуха на растения. Когда форточку открываешь, накрывать укрывным материалом на время проветривания. Последнее – это правильный полив. Почва не должна быть переувлажненной или высохшей. Проверяем не поверхностный слой, а на глубине 3-4 см и поливаем по мере необходимости. Можно использовать вот такое приспособление. В крышке бутылки проделываем отверстие и отстойной водой поливаем растения.